Но мы против бесплатной рекламы, верно? Может, кто вдруг не в курсе, может, кто-то хочет себе прожетку? Хотя, может, уже она уже не в продаже. В выходных точно мне сообщали то, что прожетка имеется в наличии в продаже. И 7 тушей, кстати. Ё-моё! Вот этот кэшбэк нормально. Два раза его непонятным образом не пробил, игра такая... Нет, все нормально, все будет.